Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в новый инвестпроект. Это доверительное управление, которое находится еще на предстарте. Есть возможность получить бонус. 100 рублей нам дают на депозит. И 50 рублей за 3 приглашенных рефералов, то бишь партнеров. Значит, я получила 50 рублей, мне начислили бонус. Что для этого надо? Значит, какой я владею информацией? Вот здесь вот, вот сюда, внизу, отправить сообщение. Ну, парень уже сбежал, я отправляла сообщение. Уже его нету здесь. Значит, что я ему написала? Смотрите сюда. Мой логин. Вы пишете свой логин в проекте, если у вас есть приглашенные. Я написала: здравствуйте, по поводу рев-бонуса по 50 рублей. Я неправильно написала по 50, но это ладно. Потому что за, ну, просто 50 рублей за 3 дают. Не за каждого по отдельности, а за 3 50 рублей. Ну вот так. Мне сказали, что надо писать в поддержку. Прошу проверить моих рефералов. Копируйте своих рефералов. Так, партнеры. Так, вот ваши рефералы. Копируйте логин, email 3 рефералов и отправляйте на проверку вот сюда. И не забудьте свой логин в проекте. И буквально 2 секунды мне начислили бонус. Только не забудьте обновить страничку, чтобы бонус появился. Ну, у меня как бы должно быть 150 рублей, а у меня 168. 18 рублей мне зачислили за конкурс. Я участвовала в конкурсе. И как бы там по 18 рублей на... Сколько там, на много человек было, всего 3000 народу, много участвовало, и распределили все поровну. Ну, в общем, по 18 рублей каждому начислили бонус. Еще как бы... Так, мы ВКонтакте. Давайте я нажму. Тут постоянно, тут ежедневно постоянные бонусы. Ну, я вот... А я, знаете, в каком я участвовала? Так, киберспорт. Сейчас я скажу, в каком же я участвовала. Не, а не в этом. Наверное, убрали уже. Я в каком-то участвовала. Я не... Его, наверное, уже удалили. Ну, там, типа, ответить на вопрос. Я вот ответила и послала им. Вот. И мне, в общем, распределили этот бонус. Вот, по 18 рублей. И вот таким вот образом я мне дали денежку. Ну что, надеюсь, моя информация была полезна. Получайте, пишите вот сюда в поддержку. Как бы можно вот сюда писать, а я еще вот сюда написала. Вот, рев-бонус новый, но это можно уже и удалить. Вот. Закрыть тикет. Так как мне уже начислили бонус и... А, закрыт. Ну все, я закрыла его. Вот я и сюда написала, я и сюда написала, в общем, вот сюда написала, как я сказала, мне быстренько начислили. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.